Dievs ir labs. Господь благ. Un šodienas tēma ir aicinājuma anatomija. Anatomija prizvanie. Aicinājuma anatomija prizvanie. Vakar Вчера была лидерская собрание и молитвенное собрание, и тема была анатомия призвания, седьмая часть. Сегодня будет восьмая часть. Седьмая часть. Там было больше для лидеров, но именно потому, что тебя там не было. Для тех, кто там не был. Я немного со вчерашнего дня скажу. Немного. Анатомия призвания. Сегодня хороший день, друзья. Очень хороший день. Карстум, это хорошо. Жара — это хорошо. Это лучше, чем холод. В противоречии Библии лучше тебе быть горячим или холодным. Для Бога также лучше, чтобы мы были горячими. Потому что быть холодным — это вообще опасно. Если все окей, все в порядке, у нас собственные головы, мы сами делаем, как хотим, живем, как хотим, служим, как хотим. Все в порядке, все окей. И мы находим в Библии еще и какие-то возможные причины, почему так можно делать, как мы хотим делать. Это, получается, будет уже... Ты начинаешь быть теплым, потому что теплота — это не такое обстоятельство, такое, что ты... Ты апатичен. Нет, это просто ты нашел для себя оправдание, почему ты можешь так поступать. Когда ты рассказал себе, что черное — это не черное, и белое — не белое, и все серое, никогда не ври себе и никогда не ври Богу. Аминь. Будь искренним к Нему. Когда ты приходишь к Нему, тогда приходи с чистым и открытым сердцем. И кто ищет Его, тот Его находит. Кто ищет Бога, тот Его находит. Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. Аминь. Бог благодать дает смиренным. Смиренным Бог дает благодать. Аминь. Аллилуйя. Итак, анатомия призвания. Анатомия призвания. Вчера? Анатомия призвания. В седьмой части анатомии призвания мы рассматривали Стефана и Филиппа. Стефан и Филипп. Это были люди, которых избрали ученики в для апостолов. Было настолько много технических работ, которые делали апостолы, что им не хватало даже времени, чтобы служить им словом и своим личным отношением отводить им время. И они сказали, они пригласили всех учеников и сказали им, выберите из среды себя семерых мужей. И он поставил им критерий. Каких мужей? Таким, которые имеют хорошую славу. Это все написано в книге «Деяния апостолов», 6 глава, с 1 стиха. И апостолы дали критерий, по которым нужно выбрать этих диаконов, которые будут делать эти технические работы. Они должны иметь хорошую славу, полны мудрости, полны Духа Святого, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. Апостолы позволили своим участникам их команды выбрать из среды себя, самим, тех людей, которым апостолы возложили потом руки. Апостолы не знали этих людей, потому что они были в других домашних группах, по сути. Они доверились своей команде, своим ученикам, которые выбрали этих людей, но в то же время были критерии.
критерии учения, которые нужно было учитывать. И первый критерий был хорошая слава, известность, изведанные. Это значит, что у них были достаточные моральные качества. Люди, которые не после служения не валяются где-то в кустах пьяными. Человек, который не меняет жен. Человек, который не крадет, который имеет хорошую славу. Скажи, хорошая слава. Человек, который живет по морали, святой жизнью. Второй критерий, какой должен быть ученик, исполнен Духа Святого. И исполнен Духа Святого не значит, что у тебя есть проявление Духа Святого. У многих здесь, когда мы молились, тоже были проявления. Это хорошо, что Дух Святой касается, Бог касается, но недостаточно просто проявлений. Нужно было выбрать учеников, потому что они были полны Духа Святого. Но то, что ты исполнен Духа Святого, это не значит даже, что ты молишься на языках. Ты можешь молиться на языках, но в то же время быть никем. То, что у человека есть, он исполнен Духа Святым, это проявляется в плодах служения. Скажи, служение и плоды. Если хорошая слава значит моральные особенности, качества, то исполнение Духа Святого значит, что человек действительно приводит людей к Богу, что он служит людям, что у него есть служение, которое видно и несет плоды. То есть он полон Духа Святого, он верен в малых делах. Третье — это исполненный мудрости, то есть он учится, он обязательно пройдет библейскую школу, пройдет энкаунтер, он будет учиться, на каждом семинаре будет участвовать, когда приезжают какие-то учителя, и он постоянно смотрит комментарии, Библию изучает, и смотрит проповеди пастора еще и еще раз. Человек, который никогда не останавливается, который постоянно учится. Четвертое качество — это что ему можно доверить. То есть апостолы сказали своим ученикам, найдите семерых мужей, которым можно доверить эту работу. Там было служение вдовам, финансовые вещи, посещение людей по домам. Это было то, что апостолы слишком много делали, поэтому им нужно было делегировать. И то, кому они делегировали, они выбрали, выбрали через учеников. Ученики выбрали, а апостолы возложили руки. То есть нужно было выбрать таких, которым можно было доверить. И кто же тот человек, который действительно верный, кому можно доверить, кому ты или такой человек, которому можно доверить, которого Бог будет использовать, которому можно возложить руки, который пойдет в своем призвании. Человек, который идет в призвание, это тот, который выполняет маленькие дела, который ответственен в малом. Аминь. Если он поставлен в служение порядка, он придет на служение вовремя, он будет там, где его поставили. Аминь. В маленьких вещах. Он регулярно посещает домашние группы. Если он поедет по Балтийским странам в путешествие, он все равно будет на служении. У нас есть такой неписанный закон. Если ты в каком-то городе, не в Нью-Йорке или в Чикаго, если ты в Балтийских странах, спокойно садись в свои BMW или Opel, Volkswagen, какую-то у тебя машину, ты садишься и едешь на служение. Если ты хочешь где-то остаться, ночевать где-то в другом месте, тогда выезжай куда-нибудь в Калининград. Выйдем в Калининград или куда-нибудь в Польшу или в Беларусь немного заезжай. Или в Финляндию через этот Финский залив. Паром, и все, тебя вывезут туда. И тогда у тебя будет спокойно. Аллилуйя, Господь благ. Всегда благ. Аминь. Аминь. Итак, были критерии. И пятый критерий — это полон веры. Что значит быть полным веры? Полным веры — это такой человек?
ты так сильно веришь. Нет, не обязательно такой человек с выпученными глазами, такой самоуверенный павлин. Нет, человек полон веры – это положительный, позитивный работник, который смотрит Божье Слово, выполняет свои задачи и просто работает в Божьей работе. Аминь. И не бубнит, не говорит, что все плохо, и не распространяет плохую славу. Он просто верит, что все будет хорошо. Была такая песенка. Все будет хорошо. Весь будет слабый. Ты готов услышать самое главное? Ключ к пробуждению. Молитва? Нет, молитва — это не самое главное, это основа. Без молитвы ничто Бог не может делать. Но это все? Ты можешь молиться сколько угодно. Есть люди, которые говорят, если ты не молишься так, что у тебя ты плачешь, кричишь, ты не получишь никакого ответа от Бога. Я могу тебя огорчить. Ты не получишь ответ от Бога, если ты не будешь делать правильные вещи. И правильные вещи в этом случае было. Апостолы, этим людям, которые соответствовали этим критериям, которых выбрали ученики среди себя, они вызвали их вперед и возложили на них руки и сказали, теперь вы диаконы. И те же... Та же ответственность, которая есть у нас, она теперь на вас. И там был Стефан и другие диаконы семь, которым было работы доверены. Например, служение порядка. Потом я читаю в Библии, что Стефан, Филипп делают чудеса и знамения. Стефан был учеником, которого забросали камнями. И Саул был виноват в этом. Он сторожил вещи тех людей, которые убивали Стефана. И Стефан сказал при смерти, «Я вижу, что небо открыто, и Сын Божий стоит у одесную Бога». Это были Божьи мужи. Это были Божьи мужья. И как они стали такими? Начиная с малых дел, аминь. Начиная с тех критерий, которые они выполнили. Их выбрали, и апостолы возложили на них руки. Поставили их публично. Дали тот же авторитет, который был у них. И самое главное, ты готов услышать? Самое главное, что произошло потом. Здесь написано, Деяния 6, 7 стих. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. И священников очень многие покорились вере. Очень многие священники, очень много учеников, очень много людей. Мега церковь. Аминь. Церковь Христос миру. В каждом поселке Латвии, в каждом городе, в каждом учреждении во имя Иисуса Христа. Из церкви Христос миру нигде никто не спасется от нее. Мы как молодой лев, аминь, как молодой лев. Куда он поставит свою ногу, там люди будут. Там дьяволы убегают оттуда. Никакого ковида, никакого политики или состояния страны, никакие проблемы не могут нас остановить, аминь. Ничто, потому что Бог с нами. Скажи, Бог с нами. Аминь. Потому что Бог с нами. Ты чувствуешь, что Бог с тобой? Аминь. Ты чувствуешь, что Бог есть в церкви? Бог есть в церкви. И сила есть в церкви, друзья. Когда мы начинаем делегировать, когда мы начинаем ставить новых служителей, когда мы начинаем поднимать новых служителей, когда новые лидеры групп поднимаются, когда люди начинают идти в призвание и брать на себя ответственность, тогда начинается пробуждение. И неважно, какие названия. Дом пробуждения, вечер пробуждения, служение пробуждения, пробуждение до одного места. Это все как ты хочешь, так и называй это. Но пока ты не поднимаешь лидеров, пока кто-то не берет на себя ответственность, пока все вместе мы начинаем работать, пробуждения не будет. И, друзья, здесь все движется. Скажи, я молодой лев. Аллилуйя. И никому не уступлю дорогу. Никому не уступлю дорогу, скажи. У меня есть призвание от Бога, и я пойду в него. Господь
чрезвычайно было. Это было о Стефане и Филиппе. Это было о Стефане и о Филиппе. Потом, когда ученики делегировали их, выбрали их, их выводили вперед, возложили на них руки и подняли, поставили, публично поставили их руководителями. Аминь. Идем дальше. Этот человек по имени Саул, который был виноват в смерти Стефана, он был ужасным человеком, религиозным человеком, который убивал христиан, и он гнал Церковь Божию. И он думал, что он так служит Богу. Он был уверен, он был горячим. Он был фарисеем из фарисеев по имени Саул. Однажды, в Деяниях 9 главе написано с 1 стиха, написано, что он дышал угрозами убийством. Представляете, какой он был человек? Какой Саул был человек? Саул дышал угрозами и убийством. Каким ты был человеком? Или каким ты являешься? Дыша угрозами и убийством, возможно. Тогда Богу... Но Богу ничего невозможно. Для Бога нет ничего невозможного. Ни один человек не мог себе представить, что этот человек станет апостолом из апостолов, что он будет основанием Нового Завета, фактически, и его письма, и его писем больше всего в Новом Завете. Именно он нес это учение Христа, милость Христа, что не делами, а милостью Христа. И он является основателем учения Христа. Он последователь Христа, который не был одним из 12 учеников, но он знал их. Изначально он дышал угрозами и убийствами. Он получил письма от верховных священников и пошел в Дамаск, чтобы там арестовывать христиан. Я думаю, что мы просто молимся. И мы верим. Есть Бог, друзья. Есть Бог. Мы молимся. И вдруг написано о призвании Павла, потому что тема сегодняшней проповеди — это призвание, анатомия призвания. Сейчас мы учили о том, что Филипп и Стефан были избраны так, что была вакансия, выберите по критериям нормальных мужиков, которые могли бы это делать. Они получили такое призвание, на них возложили руки, и ничего сверхъестественного не произошло. Просто призваны были. Их поставили. Просто призвание. Простое призвание. В случае Павла был другой рассказ. Он дышал угрозами и убийствами. Вдруг, по пути в Дамаск, у него были сопровождающие. В третьем стихе написано, когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господь?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Поднимись и иди в город и делай то, что нужно». И его сопровождающие были как онемевшими. Они услышали голос, но никого не видели. Саул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. Его дух, свет Божий, он настолько его наполнил, что он не перестал видеть. И написано: внезапно сиял его свет, и он спросил на земле: «Кто ты, Господь?» Господи, один момент, человек, который гнал церковь, дыша угрозами и убийствами, он упал на землю вдруг и сказал: «Кто ты, Господи? Господи!» Я даже знаю улицу, на которую он упал, или где он жил, это была прямая улица. И Бог отправил Ананию. Он сказал: «Иди к Саулу».
Он ему ответил: «Нет, я не могу к нему идти, он уберет меня». Нет, я, Господь, отправляю тебя, возложи руки на него, и он начнет видеть, и он получит помазание, получит крещение Духа Святого, и я покажу, сколько ему придется пострадать за имя мое. Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, и написано, что с глаз Павла упали эти звенья, начал видеть, и Бог напрямую к нему обратился, но дальнейшие поручения он получил от людей. Важен прямой контакт с Богом, конечно же, но важно также послушание лидерам. Это все в совокупности идет. Люби ближнего, как самого себя. А первое — люби Бога от всего сердца твоего, души и разума. А второе — возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть человек и Бог. И прославление. Даже прославление. У нас есть и вертикальная, и горизонтальная сторона. Горизонтальная и вертикальная аспекты. Когда есть прославление, песни прославления, это горизонтально. То есть это обращено не только к Богу, но и друг с другом. Вместе мы молимся, вместе мы провозглашаем победу, вместе мы прославляем Бога с людьми. А когда поклонение, третья песня, это уже вертикально. Мы только один на один с Богом. И важны оба эти аспекта. Один в одно мгновение человек, который дышал угрозами и убийством, вдруг изменился. Друзья, когда Бог коснулся меня, я изменился в один миг. Я не изменился, но я хочу сказать, что Бог меня изменил в одно мгновение. Не я изменился, а Бог изменил. Есть вещи, которые может исполнить только Иисус. Только Иисус. Скажи, только Иисус. Есть вещи, которые может сделать только Бог. Только Бог. И только в тех, кто его ищет. Но в этом случае Павел его не искал. Не написано, что Саул искал Бога. Это просто произошло. И это чудо. Вот таким было призвание Саула. И Саул стал Павлом. И о нем написано, что чудесным образом призван, он был сверхъестественно изменен. Каким бы ужасным он ни был, каким бы ужасным ни был ты или люди вокруг тебя, какими бы ни были идиоты. И знаете, такая книга есть, что делать, если вокруг одни идиоты. У нас некоторые люди прочитали и были радостны потом. Эти сангвиники невероятные, холерики и так далее, кто только нет. У всех разные особенности, качества. Одни там желтые, у других красные. Цвет превалирует и так далее. Для меня это, если честно, все неважно, все эти цвета. Там какая-то своя система. Если человек верен, тогда все в порядке. Потому что главное, что Бог просит, верность. Верный флегматик, верный холерик, верный меланхолик, верный холерик, верный сангвиник. Неважно, все эти люди, все эти темпераменты могут быть верны и идти в призвание Божие. Аминь. У каждого есть свои сильные стороны и слабые стороны. И, друзья, давайте концентрироваться на сильных сторонах. Концентрироваться на сильных сторонах, а не только: «Ой, у меня одно слабое место, я больше ничего не могу делать, и всю жизнь я буду работать над этим слабым местом своим и никак не смогу справиться». Давайте, друзья, работать над своими сильными, а все слабое тогда уже как-то пройдет. Аминь. Анатомия призвания, 8 часть. Аллилуйя. Аллилуйя. И Бог сказал, Павлу, через Анания: «Я покажу, насколько ему придется страдать за имя мое». Представляете, Павла
призывает Бог и говорит, что тебе придется страдать. Павел сам считал, что потому что он гнал церковь, поэтому ему придется страдать. Я не знаю, было ли это поэтому, может быть, по-другому, но Павел думал так. Это были отношения Павла с Богом, и если он так хотел, если он так считал, то так и произошло. Если он верил, что он должен страдать из-за этого, окей, он страдает. Он страдал, но те плоды, которые он нес к Богу, это было чрезвычайно много, сильно. Друг, если ты призван, то ты не призван просто так. Ты призван для сложной, тяжелой работы. Ты еще хочешь быть призван? Ты все еще хочешь идти в призвание? Ты призван для работы. Для работы. Страдание — это часть призвания. Но Иисус говорит такие слова. «Моя ноша легка». Моя ноша легка. Видите, как Иисус говорит? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Если ты любишь, то ты готов на все. Если ты любишь Бога, то ты это сделаешь. Ты пойдешь и сделаешь. Ты не будешь ощущать эти страдания. Поэтому Иисус говорит, что моя ноша легка. То, как я тебя благословлю, тебе все эти тяжести, сложности будут казаться как мизерными. Нравится ли тебе Божье Слово? Только бомбе нравится Божье Слово. Говорит ли к тебе Господь? Аминь. И пейте воду. И не кушайте много конфет. Потому что сладости в это время не очень хорошо. Но вчера я говорил о эластичности. Возможно, кому-то нужно именно сладости кушать. Если ты накушаешься... Разные века, разные мнения, будем эластичными. Кто хочет, кушайте сладости, кто хочет, не кушайте, кто хочет, пейте воду, кто не хочет, тот не пейте. Но вообще, я считаю, что хорошо пить воду. Я сам по своему ощущению думаю, я ощущаю, что если я пью водичку, тогда у меня все хорошо. Если не пью, если мне не хватает воды, то мне хочется пить. Я ощущаю эту нехватку воды. Например, у нас... Когда тренировали у нас в советское время хоккейную команду, их учили не пить воду. Сейчас наоборот. Учат, что нужно много пить воды. Каждый что-то свое придумывает. Друзья, мы настолько индивидуальны, у нас у каждого собственные какие-то качества и особенности. И нужно прислушиваться, что другие говорят, но нужно делать свои выводы. Мы те люди, которые думают. И Церковь Христос Миру это точно та Церковь, которая думает. Лучше всего слушать не новости, а Божье Слово. Аминь. Божье Слово. Аминь. Итак, Божье призвание не имеет ничего общего с таким комфортной такой жизни. К этому месту Писания мы еще вернемся немного позже, потому что я думаю, что, может быть, сегодня мы все это закончим, всю эту эпопею призвания. Восьмая часть, и следующее воскресенье, я думаю, что я сделаю обобщение. Такое, о всех этих личностях, если Бог так захочет. Если мы сегодня закончим, ты себя хорошо чувствуешь? Сквознячок идет, все хорошо, чувствуете себя? Все в порядке? Друзья, у Павла была личная встреча с Богом. У Павла была личная встреча с Богом, которая изменила его. Призвание связано с личной встречей с Богом.
Тебя делегировали, выбрали. В любом случае, ты лично должен встретиться с Богом. Лично должен понимать, лично принять, лично размышлять, лично молиться, лично искать Божьего лица. Моя жизнь изменилась в один момент после личной встречи с Ним. Это была сила. Точно так же, как у Павла. Я только не стал слепым, слава Богу. Это чудо, друзья. Бог меняет людей. Это Божья сила. Божья работа. Когда мы осенью будем ездить в евангелизацию, будем молиться, будем ездить, аминь. Когда мы поедем, мы будем проповедовать Божье Слово. И там будут десятки или даже много учеников, которые будут служить, которые будут проповедовать, молиться за людей. Друзья, Бог будет освобождать, Бог будет исцелять, Бог будет спасать через то, что ты делаешь. Бог сделает свою работу. Они вышли, учили во всех местах, вышли, проповедовали, и Господь помогал им в деле и подтвердил слова с знамениями и чудесами. Друзья, в вашем служении будут чудеса и знамения, и будет исцеление, и люди будут меняться, их жизни будут меняться. Личная встреча с Богом. У Павла. Призвание Павла. Стефан и Филипп очень просто. Их просто выбрали, потому что они соответствовали критериям. У меня здесь, кстати, я сказал, что мне распечатали правила участника церкви. Если ты хочешь быть в церкви Христос Миру, тогда... Ну, хорошо, если ты просто посещаешь церковь. Но если ты соответствуешь этим правилам, тогда ты будешь членом церкви. Ты просто им будешь. И у нас есть правила, и у них тоже были такие правила. И они соответствовали этим правилам, и на них возложили руки, и они стали служителями. В случае Павла он не соответствовал критериям, он не собирался быть служителем Бога, но одна встреча с Богом все изменила. Насколько по-разному Бог может призывать, насколько по-разному это происходит. И Павел тут же начал служить. В 20 стихе, 9 глава, 9:20. «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Тотчас стал проповедовать. Я слушаю такие тексты часто. Недавно даже слышала, что мне сказали. И слышал... Мне не надо. Не надо мне что-то доказывать. Я не верю. Я не верю. Если мне говорят, я сам должен хотеть. Сам должен захотеть. Когда ты откроешь группу? Когда ты начнешь слушать? И человек уже 100 лет. Когда? Он хочет много всего хорошего. Он все хочет. Очень хорошее у него в голове. Но одного нет. Ни видения церкви, ни направления церкви. Он все хочет. Все хорошее хочет получить в церкви. Но направления нет. И он говорит, что нет этого времени, еще не пришло время, я должен получить от Бога, я сам должен получить от Бога, я так не могу, я чуть-чуть ленюсь, я такой. И все эти теории поднимаются, строятся. Я говорю, слушай, это бред больной собаки. Павел тотчас начал служить Богу. Павел тотчас начал служить Богу. Если ты истинный, то ты тотчас начнешь служить. Если ты истинный, то ты сейчас же начнешь делать. Ты начнешь хвататься за все, что ты только можешь сделать. В последнее время я смотрю, и такие два молодых человека есть. Они только смотрят, где я. Смотрят, где я, чтобы они мне могли помочь, где-то поехать со мной вместе. Только следят, где я. Что-то дать им.
Мне понравилось, как один молодой человек вчера сказал. Он так мудро говорил. А мы обсудили эту проповедь вчерашнюю. Он сказал, на проповеди вчера я получил, что да, все нужно делегировать всем в группе. Ну, то есть такой лидер думает, что все нужно делегировать. Какую-то мелочь, но нужно дать. Пусть делают. Вот такая философия. Вот такая философия. Аминь. Какую-то мелочь, но все-таки делай. Начни быть занят в Божьих делах. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Не смотри на этих слабаков, смотри на тех, кто делает. И неважно, получается, не получается, это неважно. Смотри на тех, кто делает. И те, кто делает, они будут ошибаться, падать, но будут делать. Павел тотчас получил призвание и начал служить Богу. Почему выбрали Стефана и Филиппу? Это были люди, которые уже были верны, уже служили, которые доказали себя уже. Сколько таких случаев, когда доверяешь купить какое-нибудь угощение? Человек пропадает со всеми деньгами. Насколько ответственный человек со всеми деньгами пропал. Пришел назад, украли меня. Скорее всего, пропил на самом деле или еще что-то сделал с этими деньгами. Однажды мне один человек не доверил ему деньги, он ушел и не принес деньги. Все, я больше не буду доверять другу. Если ты сам не идиот, одна была ведьмой, другая не будет ведьмой. Нужно продолжать доверять людям. Я думаю, что люди так делают, некоторые люди так делают. Продолжай. Продолжай доверять людям. Ты не слышал таких текстов? Я больше никогда в жизни этого не буду. И этого не буду. Ни в жизни больше. Может быть, именно этому доверять не нужно больше никогда в жизни. Но вообще, в принципе, продолжай делать правильные вещи. Продолжай доверять. Ой, один раз делегировал, не сделал. Да не важно. Главное, чтобы хоть какую-то мелочь все-таки делал. Тут же пусть делает. Тут же. Павел тут же начал служить Богу. И Павел начал, знаете, не с самых маленьких дел. Он сразу же начал проповедовать. Тут же начал проповедовать. Тут же начал проповедовать. Если я подумаю о себе, то у меня тоже точно так же. Я тут же начал проповедовать. Я даже не понимал, что нужно. Я просто проповедовал Евангелие. Просто Евангелие. Но сначала всем соседям на работе, всем. Потом публично со своим лицом на флаере проповедовал. Аминь. Павел тут же начал проповедовать, служить. Павел тут же от Бога получил призвание и спасение, но через человека... Крещение Духа Святого и так далее. И Павел был призван сверхъестественно. Если я подумаю о том, как я призван был, то до того, как я был призван, до того, как меня спасли, спас Бог, я уже увидел духовный мир, я уже понимал, что есть духовный мир, я уже понял, что есть духовные существа, я это просто знал. У меня были разные происшествия, переживания в духовном мире, реальные переживания, приключения. И одно из них было, коротко так расскажу, что среди ночи я сел на своей кровати, и кто-то говорил со мной. Да, кто-то говорил. Я не буду рассказывать мелочи, как все это выглядело, но это были демоны, которые были в комнате, которые могли принять любую форму, любую. В женщине, мужчине и в монстрах каких-то,
для них это нет проблем. Вся ночь была без сна, и все закончилось в тот момент, когда пропел петух. И знаете, латышские народные сказки имеют какую-то правду. Но я не знаю почему, но когда петух пропел, все закончилось. И в тот момент, когда все произошло, я из своей комнаты не вышел. Я говорил с ним, дискутировал, я был в ужасе. Конечно, целью было, чтобы я сделал самоубийство, то есть меня гнали в самоубийство. Но в то же время я услышал, что эти демоны, я в комнате, я слышу, что в кухне что-то происходит. Одна часть в комнате, одна часть в кухне. Что-то там падает. И, конечно же, кто-то подумает, что это шизофрения. Кто-нибудь подумает, ну, галлюцинации просто. Друзья, нет. С утра, когда я взял себя в руки, наконец-то, потому что я боялся встать, когда я взял себя в руки и зашел в кухню, вся кухня была просто вверх дном перевернута. Все на земле, там еда, все было вперемешку, кучу. И угадай, что это было. Es atceros, kā es pēc tam savus piedzīvojumus stāstīju saviem narkomāniem. Stāstīju saviem tiem pudeles brāļiem. Я потом рассказывал своим наркоманам, своим друзьям по бутылке. Я знаю, что есть духовный мир, что жизнь после смерти не меняет, не проходит. Я не мог это подумать, что это шизофрения, потому что я видел реальные вещи, что падали вещи. Предметы. Ну что это такое было? Я реальные вещи пережил, что мне гадалка, карты, говорит, что будет казенный дом, и через некоторое время я был в этой тюрьме. Духовный мир есть, скажи это. Духовный мир есть. Демоны реальны, и Бог реальный, и ангел реальный. Я уже имел такое... Я уже знал, что есть сверхъестественное, и Павел тоже был спасен сверхъестественно. Сверхъестественное. Поэтому те люди, которые, возможно, приходят к Богу, возможно, им помогло сверхъестественное войти в призвание. Что-то сверхъестественное помогло себе прийти в призвание. Подумай о себе. Возможно, именно сверхъестественные вещи, которые ты заметил в своей жизни, в жизни других людей. Почему, когда умер мой дедушка? Когда умер мой дедушка, почему именно перед этим? Я видел его во сне, я хотел идти за ним, а он не позволил мне. Почему? Почему я это почувствовал? Почему я? Как я мог быть там? Как я мог знать? Как? Это сверхъестественная вещь, все. Подумай про себя. Нет ли чего-то сверхъестественного было возможно в твоей жизни? И ты понял, что есть духовный мир. В конце концов, ты подумал, что... Что поставило Павла на колени? Ну, сверхъестественное. Божья сила сверхъестественная. Когда я стоял в ванной комнате, это было у мамы в квартире, я искал инструмент, чтобы перерезать вены. И постоянно меня эти дьяволы мучили, разные сказки мне рассказывали. Я очень серьезно готовился сделать себе самоубийство, очень серьезно. Но я был дома у мамы. Представляете, я убежал из своего дома, я прибежал в дом к маме, я знал, что она молится. И верит в Бога. Демоны вокруг и смеются надо мной. Я говорю, я побегу к своей маме, она верит в Бога. Как они меня пытались отговорить. Куда угодно, но только не к маме. А там человек молится, он ходит в церковь, не иди туда. А я пришел именно туда. Именно там. Первое было. Первый вариант, что я сделаю себе самоубийство. Я не могу рассказать, но это было настолько сильно, что начинаешь дискутировать с дьяволом, с адом. Ты их видишь или слышишь. А рано или поздно они
Обкрути тебя вокруг пальца. У меня так просто было. Считай. Они говорят, нет, я вообще с вами не буду говорить. Вы уходите отсюда. Я их посылал. Грубо посылал, матерился на них. Он просто считает. 1, 2, 3, 4 у меня в ушах. 10, 11, 12, 13. И назад. 10, 9, 8, 7. У меня постоянно в голове, постоянно считали. И после того, как я постоянно считал, может быть, есть медики. Давайте, дайте мне диагноз. Считают 1 час, 2 часа, день. Просто считает. И ты начинаешь считать. За ним. Ты не можешь считать. У тебя просто звучит. И ты начинаешь считать. Делай то. Иди туда. Представляете, чужую квартиру. Он говорит, иди туда, в эту квартиру. И я вхожу в эту квартиру. Не пари крустоем, то есть крустовая еда. Не иди через перекресток. Не иди через перекресток. Я иду вокруг. Если я иду, я получаю как будто бы физический удар. Точно так же. Точно такие же ощущения. Я считаю. А теперь иди на балкон и прыгай. Прыгай вниз. Я иду на балкон, и я готовлюсь прыгнуть. И вдруг мой брат стоит возле меня. Иди в ванную комнату, жилет возьми и перережь себе руки. После того, когда я уже, когда меня отвезли в Страупе, когда я там витамины покушал, и вылечили меня, потом я узнала, что там брата не было. Никакой брат мне не стоял возле меня. Что же это было? Знаете, мир это может по-разному объяснить, галлюцинации и так далее. Атеисты, люди, которые не верят в духовный мир. Но я верю. Я видел реальные вещи. Я видел, как в тот момент, когда я призвал имя Иисуса Христа, я увидел, как дьяволы начали молиться, как они падали на колени, потому что все языки начнут падать перед Ним на колени и признают, что Иисус есть Господь. И даже дьяволы и бесы, они трясутся перед Ним. И когда я призвал имя Иисуса Христа в этой темной, холодной комнате, камере тюремной, когда я был перед смертью, все, моя жизнь закончилась, я призвал Иисуса Христа, я увидел, какая сила пришла. И это был последний раз, когда... И это не просто мне врачи помогли, это была сила Божия, которая мне помогла. Воздай громкую славу Богу сейчас. Это Божья сила. Это сила Духа Святого. В крови Иисуса Христа есть сила. Его благодать возвышается до небес. Ему принадлежит вся власть. Ему принадлежит последнее слово. И все те, кто поклоняются Ему, они... Они пройдут мимо тебя. Ангел смерти пройдет мимо тебя. Скажи, я в безопасности. Никакие бесы, никакие ангелы смерти, они не коснутся тебя. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Весь будет слабый. Все будет хорошо. Весь твоя зиве будет слабый. Все в твоей жизни будет хорошо. Если ты думаешь, что не будет хорошо, если ты думаешь, что все ужасно в твоей жизни, нет, все будет хорошо. Скажи, в моей жизни все будет в порядке. Аминь. В моем служении, в твоем служении все будет хорошо. А по-другому не может быть. Это Павел. Именно сверхъестественный элемент помог нам прийти к Богу. И, может быть, есть кто-то, кто именно сверхъестественно пережил Бога перед тем, как его познал, перед тем, как получил призвание. Именно Бог сверхъестественно пришел и открылся тебе. Если кому Бог открылся сверхъестественно, и ты тогда поверил в Него? Да. Не половина, конечно же, но многие подняли руки, примерно 10%. Или 7, или 5%. Я не умею считать. Геометрия, алгебра. У меня не просто двойки были, у меня даже однерки не было, кола не было, ничего не было, даже не зачет. На экзамене просто дали списать. Сама учительница дала, чтобы я списал, и чтобы у нее был отчет, что у нее хорошая
Класс. Геометрия, никого не езу. В геометрии я ничего не понимаю. Кто-то геометрия дала, что вот тебе геометрия дала? Ну, я тут здесь бегаю со стороны. Ну, если ты там... Архитект? Архитектор? А, то, то везде, тогда, конечно, тебе нужна была геометрия. А мне не надо было. Знаете, как хорошо быть, если бы у нас в стране образование было бы направлено на дары, что получается у ребенка. Все лишнее прочь, и только сильные стороны вкладывают. Представляете, какая у нас была бы страна? Я не говорю, что не нужно геометрию. Не нужно, но не нужно просить от всех одно и то же. Направлять на таланты, направлять людей на свои места. Если бы у нас всех еще был бы Бог, потому что без Бога частенько эти дары даже невозможно реализовать. Когда дьявол все блокирует, то все. Итак, Павел. Матис. Апостольские дары. Деяния. Первая глава. Когда Иуда умер, сделал самоубийство, апостолов уже не было 12, а было только 11. Они все молились в комнате. И Петр встал перед ними и сказал: Иуда мертв. Нас теперь только 11, нам нужно 12. Нам нужно делать так, как Иисус нас укомплектовал. Нам нужно быть 12. И Павел сказал так, Петр, в 21 стихе. Итак, надо бы, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывали и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами, свидетелем воскресения Его, и нужно избрать из них. И поставил двоих, Иосифа, называемого Варсавой, который призван Иисусом, и Матфия. И помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, кого из них Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею. И он сопричислен к 11 апостолам». То есть Матфей был избран просто. Была вакансия, и были критерии. Один, кто был с нами с самого начала, от начала от крещения Иоанна, который был и с самого начала с нами, Матфей. Это проверенный человек. Это проверенные люди. Это верные люди. Те, которые постоянно были с нами, с этой 12 человеком. И они выбрали Матфея. Это простое призвание. Скажи, простое призвание? Очень простое призвание. Аминь. И он принял служение. И принял эту работу апостола. То есть призвание — это что? Призвание — это работа. Аминь. Сверхъестественно полученное призвание или делегированное, руки возложенные, или ты получил это в наследство. Может, ты что-то пережил, а может и нет. Это работа. Ты принимаешь на себя работу апостола. Ты принимаешь на себя конкретное обязательство и идешь до конца. Матфей стал служителем в результате лотереи, потому что были много таких учеников, которые ходили вместе с ними, с учениками с самого начала. Я думаю, кто ценнее человек? Я думаю, что ценнее те, кто со мной с самого начала. Но извините, все остальные, которые не сначала, и остальные все, кто только что присоединились, если мне нужно выбирать, кому что-то доверять, или поднять кого-то, однозначно это будут те, которые со мной с самого начала. Ну как это? Как это? Как это? Сначала. Ну,
тут же вай байго пациенты, и были будут маме так долго лайк. Нужно же огромное терпение, чтобы со мной быть так много времени. Если они вы терпят меня уже так много времени, дай им что угодно, они это сделают. Однозначно. И я знаю, какие у каждого есть возможности, кому что можно доверить. И это те люди, которым можно доверить. Те, которые со мной сначала. Апостолы так и выбрали. Тех, кого были с ними с самого начала. И наверняка были молодые, горячие, крутые, но все-таки они выбрали того, кто был с самого начала. Если есть кандидаты горячие и такие, тогда выбрать лучше того, кто себя уже доказал. Помню, никогда нельзя делать вывод о человеке за один месяц. Я вчера коснулся темы о Стефане и Филиппе, о том, как их выбрали, что относится к браку, например. Мы потом подискутировали тоже. Да-да, говорили, да, так и есть. Есть свидетельства, которые люди рассказали. Когда у тебя есть дружба с каким-то человеком, сейчас в церкви очень многие дружат между собой, ну, девушки и парни. Вы меня заставляете в 34-градусную жару. Не можешь меня заставляете приходить в костюме. Что, ты не мог в шортах, что ли, сочетать? У нас тут браки каждое воскресенье. И дружба, или даже еще нет дружбы. Если ты видишь в человеке какие-то негативные вещи, как он к тебе относится? К тебе как он относится? Как он к служению относится, как он относится к лидеру, как он относится к Богу, как он идет в учении, как он относится к учению церкви. Если ты что-то маленькое видишь, замечаешь, когда ты выйдешь замуж или женишься, будет в 100 раз больше это все. Ты будешь самым несчастным человеком в мире. Ну, одним из. Таких много. Таких людей много. Я знаю, что я это говорю, и все равно это не учитывается. Но не все, некоторые прислушиваются и учитывают. Но это будет, таких будет больше, которые не прислушиваются, и это приводит к несчастью. Поэтому те, кто были с тобой сначала, эти люди, которые в группе, я не говорю о супружестве, я говорю о призвании, кому делегировать, кому доверять, кто пойдут до конца. Это те, которые прошли уже время проверки, и ты уже знаешь. Ты знаешь его реакции, куда его можно ставить, кого не, или нельзя ставить. Ты знаешь, что это истинный. Конечно, мы должны быть эластичными. И все случаи нельзя ставить в один мешок. Каждому случаю нужно подходить индивидуально, учитывая историю человека, учитывая его характер. Это время. Поэтому все патриоты церкви, которые долгое время в церкви, шляпу снимали вас, которые вытерпели меня и еще выросли в Христе и даже служите, и так служили, что построили церковь, размножили церковь. Будут ли вообще такие помещения в Латвии, которые смогут нас вместить? Будут ли такие помещения? Арена Рига? Единственное, арена Рига. Как вы думаете, зачем эти концертные залы у нас построены? Если бы я был президентом, я бы ставил христианское учение в школах. Вот что я делал. Президентом я бы христианское учение в школах поставил. Ты сейчас кампанию президента уже? Агитацию какого-то делаешь? Петерс будет президентом. У нас Петерс будет президентом. Ну, через год 50. Через лет 50. Ну ладно, дивлюсь. Ну ладно, через 20. Так, слушай, да? Президентом? Сколько лет нужно, чтобы стать президентом? Так, дивлюсь, сколько тебе? Ну ладно. Ну ладно. Ну 45 лет вецума. 45 лет тогда. Окей. Окей? Вирзисим. Направим. Татад Матис клюва пар мациклы. Айсинама, Матфей стал учеником, вошел в свое призвание через лотерею.
Но лотерея была только между теми людьми, которые были вместе. Любой человек, который вместе с нами начал, его можно выбрать, можно жребий бросить. Он подходит. Аллилуйя. Аллилуйя. Это о Матии. Лаби. Хорошо, давайте еще о последнем, о последней личности поговорим. Vēl, у меня есть еще. Тади, но это такие, savādāki. Другие. Bet konkrētās personas, но конкретные личности Varnava это Варнава и Савл. Еще раз. Варнава и Савл. Варнава и Савл. Barnava un Sauls bija mācītāji. Varnava i Saul byli pastyani. Kas ir Barnava Sauls, kas ir Sauls? Sauls ir Pāvils. Saul i Varnava. Pirms viņš kļuva par misionāru, viņš bija mācītājs. Перед тем, как он стал миссионером, он был пастором. Перед тем, как он стал пастором, он был проповедником, просто проповедовал. И написано, что они в их Антиохии, в церкви были пастора. Ты готов еще слышать, еще потерпеть и услышать о них? Okay. Практически это последнее. Думаю, и я думаю, что следующее воскресенье будет обобщение, плюс еще некоторые местописания, которые я еще хочу сказать. Итак, анатомия призвания, 8 часть, Варнава и Саул. Особое призвание. Деяние 13. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя Варнава и Симеон. Нигер, Луций, Киринянин, Манаил и Саул. 5 пасторов. Я не знаю, кто здесь был верховным пастором, но я думаю, что, может быть, Варнава был, потому что Варнава взял Саула к себе. Итак, было 5 пасторов. И когда они служили служили Господу и вместе молились, вместе в посте были, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Саула для работы, которую я их призвал». Дух Святой сказал им всем этим пятерым, я не знаю, каким образом, через верховного пастора это произошло или как-то по-другому. У них у всех была такая уверенность, они знали, что нужно сделать. Отделите, пусть останутся только 3 пастора, а этих 2 отделите для работы, которую я призвал их делать. Что же это была за работа? Это были миссионерские путешествия в Европу. Это те миссионерские путешествия, которые построили много-много церквей, через которые Павел и через которые Варнава построили нашу церковь. Построить еще многие церкви. Это наша основа, это те церкви, из которых вышли все церкви, в том числе мы, католики, лютеране, методисты, все братья. Какие бы они бы ни были, правильные, неправильные, как кому кажется, мы все из одной церкви, из этой, из Иерусалима, Иудеи и до конца мира, в сторону Европы ушли, через Саула, через Варнаву. И они постились и молились Богу. Друзья, получается, что призвание можно получить для особой задачи. Ты призван, скажи, я призван. Ты вошел в призвание, но, возможно, есть какой-то особый момент и случай, когда Бог тебе говорит, я хочу дать тебе особое задание. И в этом случае вы выслали их из церкви, миссию. Большие сложности. Церковь их поддерживала, финансово и так далее. Но отправили. Потом они вернулись в эту церковь, рассказывали, как были дела, как произошло все. Рассказали, отчитались и снова в миссию. Особая задача. Скажи, особая задача. И когда ты в своей группе, со своими лидерами, ты будешь молиться и поститься. Возможно, Бог скажет тебе. А некоторые люди должны начать особую работу. Это подобно, как в прошлый раз, когда я был. Я привык свое лицо ставить, но последний тур я молился Богу, Бог сказал мне,
Отправь их, пусть они ставят свои лица на флайеры, и пусть они сами проповедуют, пусть учатся проповедовать, пусть сами увидят, что происходит чудеса, и пусть сами строят. Я послушал, я сделал, моя команда это сделала, и мы получили огромный урожай. Церковь в момент выросла. И на данный момент готовится евангелизация осенью. Более чем 70 городов и поселков. Там будет не только моя команда, но там будут разные служители церкви, которые отозвались к призванию и приняли решение. Я хочу поехать туда, я поеду туда, я буду, хочу там служить, я останусь здесь, а ты поедешь туда, а ты останешься здесь. Особая задача. Особая задача. Господь отправляет, высылает. И именно в этом ключ для роста нашей церкви. В этом ключ и наш гимн «Боже, благослови Латвию» реализуется в нашей земле. Особая задача. Они постились и молились. Они вместе постились и молились. И далее написано. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии бы в посланном Духом Святым пришли в селе в Кию, а оттуда отправились в Кипр. Кто-нибудь был в Кипре? На Кипре. Павел уже там давно был. И быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения. Друзья, придет время, когда с этого, из этого места будут отправлены миссионеры в разные страны мира. Когда мы Балтию, Европу, уже будем во всей Балтии, Европе, во всей Латвии, ты можешь себе представить, что мы потом будем отправлять учеников в другие страны. Давайте сейчас пока будем думать только о Латвии, как спасти Латвию, а потом будем отправлять миссионеров дальше. Тут написано, что они возложили на них руки, подобно как диаконов подняли, на них возлагали руки. Это значит, что в то время было, ну не традиция, а такой способ, как делегировали служение. Возлагали руки, молились, возлагали руки и ставили на служение. Аминь. Это была анатомия призвания, восьмая часть. Анатомия призвания, восьмая часть. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь благ. Господь очень-очень благ. Jēzus Kristu kā savu glābēju, kā savu personīgo kungu, tad šodien ir brīnišķīgā diena un brīnišķīgā reize, kad tu vari izvēlēties un pieņemt viņu savā dzīvē, ielaist viņu savā sirdī, lai viņš maina tevi, lai viņš dod tev savas svētības, lai viņš dod arī tev mūžīgo dzīvību. Un ja tu esi tas cilvēks, kas vēl nepazīst Jēzu, ja šodien būtu pēdējā tava dzīves diena virs zemes, tu zini, ka tu mūžību nepavadīsi debesīs, bet vietā, kur Dieva nav, tad labā vēsts un labā ziņa ir šodien, ka tu vari nākt šeit priekšā, un es lūkšu, es palīdzēšu tev lūgt grēku nožēlas lūkšanu, es teikšu lūkšanas vārdus priekšā, un tu varēsi tos atkārtot, pēc manis tev pašam nekas nav jāizdomā, tas ir pavisam vienkārši, bet tas ir ārkārtīgi svarīgs lēmums, vissvarīgākais tavā dzīvē. Bībelē ir teikts, ka Jēzus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība, vienīgais ceļš uz debesīm pie mūsu debesu Tēva, pie dzīvā Dieva. Tāpēc steidzies, nekavējies, nepalaid garām savu iespēju, jo tu nekad nevar zināt, vai būs nākamā svētdiena tavā dzīvē, vai būs nākamais aicinājums. Tāpēc ir labi izdarīt savu izvēli jau šodien, jau tagad. Ļoti labi. Tad es teikšu lūkšanas vārdus priekšā. Un jūs tos atkārtojiet aiz manis, skaļā balsī, tā ka jūs paši varat dzirdēt, jūs varat aizvērt acis, tā būs varbūt vieglāk domāt par lūkšanas vārdiem. Un tad mēs lūksim tagad. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu.
kurš nāca cilvēku miesā virs zemes. Un kurš nomira pie krusta par visiem maniem grēkiem. Kurš trīs dienas bija kapā. Trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir sēdināts debesīs pie tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks un pats sevi nekād nevar izglābt. Tādēļ es lūdzu, piedod man visus manus grēkus. Ienāc manā sirdī un maini man dzīvi. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Un man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Paldies Tev, Kungs Jēzu. Āmen.